Школы сирийской провинции Алеппо откроют свои двери для учеников. В освобожденных районах заканчивают последнее приготовление к новому учебному году. Он начнется для детей 18 сентября. В этом учебном заведении совсем недавно был пункт размещения беженцев. Из-за военных действий школа не работала 4 года. И вот теперь здесь проходит к концу ремонт. В Алеппо террористами было убито 305 учеников и 18 учителей. Так что теперь особое внимание уделяют безопасности. Например, вместо стекол в оконные рамы вставляют специальный пластик. Если боевики атакуют школу, то он не разлетится на осколки. В новом учебном году ученикам ждет еще одно ноу-хау. В школьной программе появится новый предмет – русский язык. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Спасибо, хорошо. Спасибо, неплохо. А у тебя, как тебя зовут? Меня зовут Ахмед. Из-за того, что Россия поддерживает сирийский народ в борьбе с терроризмом, есть большое желание учить русский язык. Эта инициатива исходит от самих учеников и от их родителей. Мы хотим больше знать о России. Мы любим вашу страну все больше и больше. До начала военных действий в Алеппо работали более 4000 школ. Сейчас их гораздо меньше. Все учебные заведения, которые смогут открыться 18 сентября, обеспечены всем необходимым запасом учебников. Их поставило в школы Министерство образования Сирии.